танковая колонна. Меня, кстати, слышно, нет? Немножко. Чуть-чуть. Слабо. Ух, нихуя себе. Одновременно работает. Запись работает и... Что за полуёбок, блядь? Я тебя обогнал. Так, ладно, над вами летать не скучно, пойду еще куда-нибудь. О, риверы. Пизда у тебя будет. О, да тут вражеский автобус. Точно, или это танк, или это наш танк. Какой план? Зеркраш. Мы короче, на корону будем забираться. Жуем жвачку и надираем задницы. Но лично у меня жвачка пока еще не кончилась. А у меня она на исходе уже. Автобус. Недолго ему жить, я чувствую. Кто по мне стреляет? Кто-нибудь видит? Не, не видно. Давайте объедем через то место, где мы ставили автобус. Там удобно же. Нет? Да. Давай лучше с этой стороны. Там пизда еще. Пехоте. Кушерили. Блять, меня въехал какой-то ебанутый автобус. Наш. Он хотел любви. Минус два ривера. Бейте Galaxy. Кто-либо. Но наши ее сбили вон. Я только что уебал Петр Петрович. Автобус. Пехотки, и потом улетел на последних фрагментах в кратер. Уже с логом ракеты на хвосте. Ой, справа кто-то стреляет. Сразу кто бы это мог быть? Понятия не имею. Пацаны, я, конечно, все понимаю, но почему я один приехал? Я чинюсь. На горе хэвики. Ща я их только... Давайте ждем всех, конкретно? Чтобы прям колонной заехать и дать всем пизды. Какой пизды? Я сейчас сломаюсь, надо чиниться. Пацаны, где там хэвики? На горе все хэвики. Слева. Блять, нам нужно уже эти хэвики. На крыше там еще? Да они же помещены даже. Ничем не могу помочь. Лочится 15 ракет. Захват. Бля, мне пиздец. Тут лоб, блядь, танк сломался мой. Не починил. Ну все. Сходишь, садись ко мне. Давайте еще поехали, поехали. Занят. Хуета, ну с тобой коса прилетела. Ай-яй-яй. Ну что вы, Бэтмен? Да. Какого хуя? До цели, грубо говоря, собрался один либератор. Все. Что это либератор? Я добрался. Блять, какой либератор? Лайтнинг. Почему лайтнинг? Я один добрался. На праулере. Ну все, короче, я решил взять и мамку. В общем, где мы залезали, назад обернуть, это пиздец. Вы это видели, а? Живи, меня живи. Протаранил ривер и сам сдох. На сколько сейчас? Баржа сзади пипа. Коса. Да все, я уж горел. А тут все. Я баржа. Снова. Блять. Ну это было баржа, блядь.
Баржа. Что, что? На варпгейте ресайся. Я Оль. Как же это было охуенно. Как много этих риверов. А стрелок на заднюю пушку у нас будет? Ну не знаю, если найдешь, то будет. Отлично. Сейчас будет. А у нас тут, кстати, больше, чем планировалось. Так, на какой вы карте? Что? На Индаре. Ну, наконец-то. В общем, Сорентис пилот. Так, я вас наебал немножко. Еще один тик. Пидорас! Я тоже тебя люблю, няшечка. А у тебя, как я смотрю, порвало. Пацаны, почему 2-3 гига качать не надо? Кто знает, порнуха. Ну, мега панч. Пушки ввели. А бабла дали? Нет. Есть еще нормальный либерат? Наоборот, бабла. Пушки открыли, а бабла не дали. Того бабло забирают как на каждом лагере. Куда ты собрался, Сорентис? А? Танк? Я пока побегаю. Пидорас. Черточки, тот танк ты видишь? Я им ничего не сделаю. Стреляй, например. Я ПВО. Неплохо. Так, ладно, я пойду тогда дропаться на них инфильтратором. Че тебе так хуёво слышно стало, петух? Потому что я запись включил. В конце концов, раз ты меня слышишь, значит все окей. Ой, блять, у меня ход дроп 21 минута. Гидропонку. А почему на алоэ? Тэтфу, на гидропоне. Что я слышу? МКшники набегают на гидропоне. Тебя либератор сбил. А почему мы штурмы на лоре, господа? Ой, а чё на гидропоне так петушков дохуя? Ну вот набегают, набегают потому что. Тест, тест, меня слышно? Да, да. Это хорошо. Могу взять либератор. О, отлично, давай. Надо гидропоинт. Сейчас сдохну и на варп-гейте респанусь. Сдохни быстрее, я уже там. Ладно, я побежал в атаку. Я прикрою тебя, напарник. Маму свою прикрой. Анус себе прикрой, пес. А то, рядом с тобой-то. Сорентис, сдохни быстрее, а. Эх, да ты заебал, выключи свою ебаную запись, тебя не слышно. Нет. Тогда говори громче. Окей. Вот так-то. Только ко мне соседи тогда прибегут, я думаю. Пусть прибегают, привяжешь их к батарее. Но они же не настолько няшные. Ты что делаешь? Наркоман, нет! Я не знаю почему, но мне просто сразу начало клонить вниз. Твою мать! Эта хуйня хоть разворачивается? Нет! Это теперь навсегда. Я верю в тебя, основной. Опа! Да, 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 детка, сделай это. Стоп, я сейчас возьму, пожалуй, танк и буду тебя толкать, только не умирай. Кто там на Скайгварде был еще жив? Нет. Не умирай, пожалуйста.
Эх. Вот так держись. Может лучше с крыльев начать? Не знаю, сначала попробую. Чего там делаете, садомиты? Мы переворачиваем хибера. Так, давай, снова встань на хвост. Сейчас. Банзай! Хуйня происходит. Попробуй полететь вперед. Опс. Чё за... Какого хуя? Я выкинула из него и, короче, он взорвался. Я так понимаю, мы не полетаем. Я понимаю, да. Только у меня там все стандартное, так что мы недалеко. Ближайший полчаса точно не полетаем. Ресурсов проебываем. Ну и похуй, я жрать пойду. Стой! Вот, я взял либера. Да, он у меня тоже начал заваливаться. Что за хуйня? Ах, не знаю, главное, что я-то... Я выправил, а ты нет. У Ленина какая-то музыка играет, я смотрю. Опа, это что, тоже было слышно? А то! Хуя себе. Я-то думал, это для себя так чисто. Ну где третий? Восьмерка. Сарентис. Внутрь. Хуйло. Что? Внутрь. Погоди, сейчас... Чего? Редеплоится уже. Что за редеплоится? Я уже на гидропониксе был. Ты пидорас. На лось-то будешь промывать? Стой, сука, вернись. Кто? Я ресурс на апгейте. Алло, я уже схватили? Налево. Ладно, нет. Сейчас уже возвращаюсь. Они. Хуёвая организация. Недавно его захватили. Черточка. Что? Хуёвая, говорю, организация. Это такой маленький внутренний мем фалача. Тебе, естественно, он ничего не говорит. Если я сейчас перевернусь, это будет очень смешно. Ну и где ты? Почему ты все еще не на варп-гейте? Че это не на варп-гейте? Я не знаю. Ничего это. Почему так сильно кренит вперед? Хуй знает. Это пропадает через пару секунд. Склад вейпоинт пропал. Так поставь. Блять. Как передаешь, попадает. Блять, да заебал этот вангард. О, вангард. Возможно, мы сможем с ним что-нибудь сделать. Отсосать. Да, это в первую очередь. А давайте сделаем мертвую петлю. Боч. А давай увидим Аллаха. Ты смотри, получилось. Интересно, а вот то, что я сейчас говорю, будет записываться? Я взял автобус. Ну как? В космос летал, Аллаха видел?
Фары-то выключи. Да забывай. Так, на пони есть что-нибудь? Блять, да что они творят? Над нами какая-то хуйня, по-моему, либератор. Давай, уеби его. Под нами вон хуйня летит. Стреляй, 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 либератор! А чё так патронов мало? Это 1000 на самом деле. 1000 плюс это. А, ладно. Со мной, короче, рандом сел на турель, я на танке сейчас, но им хикую. Попробуй турель выебать, она мне не нравится. Блять, почему я не могу встать на месте? Эта хуйня больше не тормозит. Либо под нами. Ну вообще охуеть теперь. Так, улетаем отсюда, мне это не нравится. Что за хуйня по нам стреляет? Ты не дамажит. За нами идет. Нам пиздец. А у нас медик-то есть? Перерисуется тебе медик. Куда-то поехал на команду. Нихуя себе их там на горе. С автобусом, почему я не могу заспавниться? Я его перевожу. Блять. Разложи, как вы разложил. Сейчас, сейчас. Автобус мне запили. Видеть тебя хочу. Да ты, собственно, в горы подался. Все, все, все. Тебе все сзади. А из чего? С танка. Пизда автобус. Чё-то я нихуя не видел никаких там. Вот там сзади кто-то. В кои-то веки можно амуницию бросить просто так на пол. В горах, в смысле. Мы уже сегодня заметили. А, наш, у нас другой автобус. Да, хуйня какая-то. Чё, автобус всрали? Лол, там так, так много. Они отжали, суки. Куда они стреляют, я понять не могу. Почему я летать не могу, залая эту солку? Попробую... Потому что... Дайте схватку,
Что тебе дать? Сквад. А ты не можешь войти в него из этой хуйни снаружи? А, ну я... Он открыт, так бы сразу и сказали. Он по умолчанию открыт. Вот нихуя. Мясо. Я сейчас у точки стоял, и что-то нихуя она не бралась. Что-то совсем хуйня на гидропоне. На либере сейчас. Хуета, витает, зачем да? Ты меня убил? А вот я и спрашиваю, каким образом? Где ты был-то? Я под лестницей. Я в окно гранату кидал. Ну ты и пида. По крайней мере, я на тебя дроп-подом не падал, на твой танк. Еще. Пида. Я только не бабу машину. Пожалуйста. Ты мне? Да, поехали на танк. Пиздец их там. Проебали, проебали. Спавнимся в кратере, может еще разок на танках набежим? Да. Сорентис, как там твой поживает либератор? Сейчас узнаем. На тап нажми. Ну еще два тика. Говно. Я так понял, едем в кратер, да? Да, мы собираемся в кратере танками и. Блять, пытаемся... да тут свои сливают, как всех. Где? Да на варпгейте же. Ну сразу на выезде из варпгейта. Поехавший, что ли? В общем, я да, поставил, я поставил waypoint, там собираемся на танк. Не понял, а что-то за лайта заспаунился. Ну ладно, доедем в кратер, я там отспаунил за это. Я тогда Сандер возьму, пожалуй. Возьми, возьми. А, нет, не возьму. Не возьми, не возьми. Давай по дороге, что ли. Ты опять на Скайгарде, что ли? Или вообще на Моските? А, это вообще флеш, охуеть. Смотри, куда прёшь, козёл. Блять, ты куда ей? А, всё понял. Кто мудак там с фарами опять? Налево же. Так мне ж надо. А, да, да, да. Сейчас. Влево все там, валит. Могли бы между прочим. А мне надо спавниться за инженера. Спавнишься еще. Ладно, кто еще там подгребает? Или все уже в сборе? Ладно, нет, еще мы вперед. Только потихоньку. Мы в яме сейчас подъедем. Все стреляют сверху говно. Смотрите, а что ты на флеше?
О, автобус. Кажется. Я сейчас к ним с тыла зайду. Правлеру перенесли радар с передней части назад. Хорошо или плохо? Ну я не знаю, я нам... просто я еще. Это нововведение уровня не нужно совсем. Ой, ебать, зря я сюда заехал. Слезай и помогай мне выжить. Приехал. Сейчас прилечу туда на моските и доебу пидорасов. Я успел двоих заколбасить, и потом заколбасили меня в шестером. Молодец, я тоже где-то двоих-троих. Все-таки хуй. Хэви на горе, парень. Автобуса. Что за хуйня тут происходит? Дай выйти из танка, починю. Курсу Galaxy. А, ну мне уже все равно. Но человек 5 я точно убил. Там автобуса у вас ни у кого нет. Вы посмотрите только на этого пригорелого, который орет там. Пацаны, пацаны, автобуса ни у кого нет. Я бы заспавнился. Я на танке не могу. Ну, придется прыгать на корону. Потому что больше некуда. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь разложит, когда я сдохну. О, у нас на короне целая точка. О, пацаны, у короны есть автобус разложенный. Я ни на что не намекаю. Ох. Мячи, эвакуируемся, надо зарядку. Кратер съезжать. Что-то тут как-то очень тихо. Я такое ощущение, что мы сейчас возьмем корону. У тебя опять чужой на заднем плане из микрофона. Да и нормально. Это, наверное, потому что я только что съел два бигты. Скоро сдохнешь. Да я тоже так считаю, наверное, из-за этого. Хотят бигтейсти. Теперь можно выбирать на карте, куда можно прыгнуть с капсулой.
для ньюфагов сделали. Что это за нововведение такое? Типа, что они не знают, куда бежать? Не заряжаемся, бро. Надо подъехать к колонне. Да мне дали вот сейчас патроны. У меня 8 снарядов только дали, а надо штук 30. А куда подъезжать надо, я же не знаю. Ну вот столб, и на нем патроны нарисованы. Где ты вот, такое вот, видишь? Вот, с флагом он. Указывай мне пушкой, куда ехать. А, не, технологии в будущем. Походу не этот. Да, в темноте не видно ни хера. Ну вот он выглядит примерно как такой столб, только там еще патроны лежат. Ты уверен, что тут такой есть? Ну вот, поехали там, где снаряды мигают. А где они мигают? Да вон. Ну вот ты смотри, заехал нас. О, вейпоинт-то актуален вообще? Да? Не совсем. В общем, вейпоинт. Теперь мы набегаем на корону. Все. Это когда-нибудь должно было случиться. На фоне звуков из Терминатуса. Чё-то как тут пидорасов дохуя. Тут вроде под этим, под мостом НЦ-петушки были. Привет. Чё, нет никого? Была пара петушков. Пара петушков. Да под мостом еще. Вроде никого. Ну ладно. Имеется в виду не этот мост. Вот оно что. А мост, который на корону. Ну, возле короны. Так. Всем, всем пойдем ведут к короне. Тогда диза. Баржа. Я. Yeah. Головка откуда? Да, либо... ты меня опередил. В общем-то, я думаю, либератор сейчас будет. Так что можешь спавниться. Если ты меня опять наебал. Видал пикание? А то. Главное, чтобы опять такой хуйни с заносом вниз не было. Она будет, просто готовься к ней сразу. Каня, у тебя все звуки нам слышны. Мой москит уже практически летит к вам. Там обходят, пехота обходит потихоньку. Как там ситуация-то вообще? Танки есть вражеские? Автобусы? Есть автобусы. Танки есть. Нихуя, у нас что, кратер отхватывает? Да. Разберитесь. Вот почему с москитом, блядь, с либератором такая хуйня, а с москитом все нормально.
Пиздец! У меня опять кто-то врезался. Я сделал две мертвых петли, но все равно вышел. Сорентис, это не ты ли был, пидорасин? Нет. Кто меня таранил? Охуеть, меня еще и кто-то добил.